порядка 150 человек групп, одетая черную форму, вооруженная автоматическим оружием, а также гранатометами. С утра над городом кружило два Ми-24 и один Ми-8. Скорее всего, завозили остатки людей, амуниции и так далее. Потому что вертолеты постоянно доставляли туда людей. Мы этот момент отслеживали, но мы не думали, что они пойдут на мирных людей. Решение о спецоперации могло быть принято этой ночью на экстренном заседании Совбеза Украины. Оно прошло в Киеве под председательством исполняющего обязанности президента Александра Турчинова. Сразу несколько источников указывают на то, что на заседании обсуждалась возможность введения на востоке Украины чрезвычайного положения.